Мальта, 7 мая. Это круиз по морю. Вот мы отплываем от пристани. Рядом стоят корабли, которые тоже подготовлены для приема путешествий. Вот мы отплываем от причала. Это вот окружение панорамы. Этот тур называется тур по заливам Мальты, которая окружена со всех сторон несколькими морями. Вот мы отплываем. Круиз продлится 1.5 часа. За это время мы объедем несколько гаваней, заливов, которые окружают Мальту. Вот впереди наш путь.